Место для пикника, смотровые и детские игровые площадки. В поселке Малаховка завершено благоустройство зоны отдыха «Малаховское озеро». Местные жители уже оценили изменения. По новым тропинкам прогулялась и наша съемочная группа. Ходили грязь, топтали, а сейчас по дорожкам ходим. Как бы все вообще прилично сделано. В новом парке жительница Малаховки Валентина Воронкова гуляет каждый день. Говорит, не ожидала, что в поселке будет свой маленький уголок Европы, поэтому не упускает возможности показать парк своим гостям. Я не отсюда, поэтому там, где я живу, в Тверской области, у меня там парк, ну вообще, не сравнить. Поэтому здесь просто шикарно. Много лавочек и освещения при этом много. Прям вот ночью, когда выходишь, очень светло, хорошо прям. Плюс вот сам мост потом, когда сделали вот этот мост, это просто невероятно. Работы по благоустройству длились около года. И там, где раньше можно было пройти в резиновых сапогах, теперь можно гулять в туфлях. Есть места для активного отдыха детей и взрослых, а со смотровых площадок удобно любоваться озером или кормить уток. Мы ставим задачу закольцевать тропиночную сеть вокруг озера в сторону, будем говорить, удельной. Мы там должны сделать мостик через реку Македонка. И это озеро будет такой прогулочная зона и пешком, и на велосипеде, и мамы с колясками. Работы по очистке озера продолжатся в следующем году. Любые изменения в проекте согласовывают с местными жителями. Подобные зоны отдыха построят и в других поселках городского округа. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.